Всем привет, меня зовут Валя, и сегодня мы разыгрываем вот такие две коробочки конфеты. Две коробочки, сзади написано, какие вкусные эти конфеты, и когда я говорю вкусные, то я, наверное, вру. Здесь есть вонючие носки, тухлое яйцо и другие вкуснейшие бобы. Я выкладывала видео, где мы с моими детишками и с моим мужем пробовали эти конфеты и жутко ими плевались, если уж честно, но решили дать и вам шанс попробовать эти конфеты, поэтому вот... Ваш шанс попробовать конфеты. Сегодня я объявлю, кто же их выигрывает. После того, как я объявлю, кто же будет получать вот эти конфеты, у вас есть 7 дней, чтобы контактировать меня и написать свой адрес и имя, отчество. И я буду отсылать эти конфеты в любую часть мира. Будем выбирать случайного победителя, который получит эти жуткие гадостные конфеты. Страничка называется YouTube Random Comment Picker. И вот здесь вот я уже поставила адрес нашего видео, которое мы делали. Видео, кстати, называется «Какая гадость? Пробуем Bean Boozled Jelly Beans» плюс конкурс для зрителей. А если вы не посмотрели это видео, посмотрите. Это хорошо для поднятия настроения. Ну, в общем, вот адрес, который это видео мы сюда загрузили. И сейчас попросим загрузить все комментарии. Так, тут написано, что 53 человека поучаствовали в конкурсе. Напоминаю, что участвовать в конкурсе было очень просто. Нужно было дать скидку от моего видео на любую социальную сеть. Значит, вот 53 человека поучаствовали в конкурсе. И теперь вот здесь, вот где написано «Randomly pick winner», это получается случайный победитель, мы выберем случайного победителя. И случайным победителем оказался Айк, и он написал, что он или она, я, честно говоря, не знаю, извините, очень-очень хочу попробовать, и поделился моим видео ВКонтакте. Так что спасибо, Айк, за то, что вы посмотрели мое видео. У вас есть неделя на то, чтобы написать мне либо в Одноклассниках, либо на Фейсбуке, либо через YouTube. Напишите ваш адрес и фамилию, имя, куда же послать эти гадостные конфеты. Спасибо всем, кто поучаствовал в конкурсе, но даже если вы не участвовали в конкурсе, вам, возможно, будет интересно посмотреть, как мы пробовали эти жуткие конфеты. Ставьте лайк и пишите комментарии. Не забывайте наведываться на страничке в моем Facebook, Instagram и в Одноклассниках. Спасибо и до следующего раза!